Друзья мои, кто помнит вот этот вот детский городок? Каким он был раньше? Кто помнит это место? Посмотрите, олимпийские дома. Впереди зеленый двор. Там вот. Смотрите сейчас, какая у нас площадка. Детская площадка. Вот такая вот. Детская площадка. Вот так вот выглядит сейчас. В этом году. Когда-то здесь было много таких фигурок из дерева. Стояли красивые песочницы, домики красивые. И все это было из дерева. Сейчас вот, вот так вот выглядит. Это детская площадка. Осталось совсем то, что уцелело. Вот такой вот султан. Черномор какой-то. И тут вот еще пара таких вот вырезанных из дерева, друзья. Смотрите, это осталось еще. То, что уцелело. Вот такой вот воин. Тут вот был бассейн, набиралась водичка, так вот. Вот еще Иванушка русский из русской сказки. Качельки, даже будку с электротоком, смотрите, как украсили, чтобы здесь вид был для деток более-менее красивей. Такое было страшное здание, и вот так вот его украсили. Кто помнит вот это здание, бывший бартерный магазин. Сейчас он выглядит вот так. Его вот так вот отбили. Таким вот пластиком сделали такую красоту. Вот так вот сейчас выглядит эта территория. Зеленый двор, дома зеленого двора. Качельки, карусельки. Вот такой вот еще батарея.